Да, наконец-то запустилась серия музыкальных вечеров, которые воплотили в нашу жизнь ребята с Драгоманова. Это дебютный вечер, и сегодня мы услышим не весь известных уже вам коллектив Hey Jane, очень перспективных и молодых Neverland и интригу сегодняшнего вечера хедлайнеров, группу Осви, бывшая 13, если кто не в курсе. В общем, друзья, как вы догадались, с вами 3 плюс 1, я его ведущий Руслан Сидоренко. Ну что, погнали, заглянем к нашим пацанам на огонь. Друзья, рядом со мной стоит Ярик, единственный и главный организатор Cool Session. Сегодня будет дебютный вечер, и Ярик, как он тебе? Удался, не удался? Как вообще все прошло? Ну, на самом деле, смотрю в таком плане. То есть, в плане подвышенности все очень круто. Еще не слишком много людей, что меня, кстати, очень даже огорчает. Но все очень тепло, очень хорошо, очень качественно. Это тоже порадует. Я понял. Скажи, какая мысль тебя посетила, какая соукусила, не знаю, почему ты решил делать курсы? Просто в один момент я посмотрел на другие курсы и подумал, в общем, почему Драгоманова хуже. Тем более, что, ну, в данный момент, скажем так, на шкуль посадил вас, наверное, желать лучшего, и я думаю, что больше у вас нет. И ты решил взять бразды власти в свои? Нет, никакие бразды власти я брать не собирался. Ну, я просто это делаю как бы для всех. Вот, чтобы у нашего универа было какое-то имя. А, ну, бразды мне не нужны. Супер. Слушай, как ты думаешь завлекать драгомановскую молодежь своими сэйшенами? Ну, на что вообще эти сэйшены были направлены? Ну, чтобы воспитать какое-то братство, какой-то вот этот братский дух среди наших студентов. Потому что сейчас мы наблюдаем такую картину, что, ну, его по сути нет, просто нет. И вот моя цель, его своего рода воспитать, я бы сказал так. Думаю, что у тебя все получится. Сегодня был, честно сказать, хороший вечер. Ребята отыграли, ну, мне кажется, классно. Друзья, не стесняйтесь, приходите. Тем более, вообще, вход у меня был свободный. Господи, что вы дома сидите? Спасибо тебе большое. Мы, кстати, всегда свободны, то есть мы не планируем ставить. Всегда свободны. Специально как раз для того, чтобы все наши студенты имели возможность к нам прийти. Вы слышали? Всегда свободны. Так что поднимайте свои булочки и вперед к нам. Спасибо, Ярик. Удачи тебе. Да, счастливо. Ну вот, друзья, и отгремел, грубо говоря, дебютный сейшн Драгоманова. Приходите, очень круто, в принципе, заведение сегодня было вообще шикарным. Цены супер, релакс, комфорт, все надо. Группы отыграли шикарно, в общем, вечер удался на славу. И я надеюсь, что дальнейшие сейшны будут только лучше. С вами был 3 плюс 1, я его ведущий Руслан Сидоренко. Хороших вам снов и лета. Пока-пока.